Децентрализация и карантин никак не повлияют на оформление государственной помощи для граждан, в частности субсидии, уверяют чиновники облгосадминистрации. Новое отделение соцзащиты будут находиться по тому же адресу, что и старые управления, которые сейчас находятся в процессе ликвидации. Что касается непосредственно социальных выплат, то здесь также беспокоиться не нужно, говорят в профильном департаменте. Наоборот, чиновники ожидают увеличения количества субсидиантов из-за повышения коммунальных тарифов. Правительство вскоре должно выделить дополнительные средства на эти цели. Ці ж підвищення мають бути компенсувати призначенням субсидій. І сьогодні ми чекаємо додаткових наших людей, які на сьогодні захочуть таку субсидію оформити. Крім того, урядом планується прийняття буквально на наступному засіданні Кабінету міністрів України посилені заходи щодо компенсації такого підвищення.